человека разложено, думаю, что 15 поместится. Замечательно. Что с диванной зоной? Диван у нас будет стоять как бы по центру комнаты, вокруг него будет обход. Это тоже создает определенный масштаб в интерьере. И такие немножко смешные элементы добавлены. Например, этот столик в виде свиньи. Ну да, на него будут сразу обращать внимание, но он как бы стряхнет всю серьезность, да, с интерьера. Да. Кстати говоря, свинья по китайским предметам – это признак нашей семьи. Богатство такого, да? Хорошо, а что с камином будем делать? Сейчас у нас камин располагается в углу комнаты. Мы его оттуда немножечко передвинули, чтобы освободить.